Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Вы будете в шоке, когда увидите ответ Путина инвалиду. Вопрос Путина о том, как прожить на 10 800 рублей. Друзья, Путин в очередной раз решил побеседовать простым народом. После возложения цветов к памятнику Собчаку Путин пошел к группе лиц и начал беседовать. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. «Думаю, что очень трудно», – ответил глава государства. Его собеседница предположила, что президентская зарплата больше, чем у нее. «Не только у меня, есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», – сказал на это Путин. Женщина пожаловалась и на то, что не может купить продукты на установленный прожиточный минимум, и задала вопрос, как быть матерям-одиночкам. «Я понимаю, поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», – сказал Путин. Он добавил, что в стране еще есть много проблем в социальной сфере, но сейчас, напомнил президент, принят целый пакет мер по поддержке семей с детьми, а инвалидам планируется повысить пенсию. Удивило то, что он отвечал не как всегда, а как бы оправдываясь. Манера общения была очень похожа не на Путина, а на Медведева. Зная, как всегда происходят эти случайные в кавычках встречи, я в это чуть ли не поверил. Только после всех вопросов пенсионерка полезла к Путину фотографироваться, как брату родному. Мне показалось, что у пенсионерки были явные недовольства к президенту, и отношение к нему должно быть соответствующее. По крайней мере, у меня бы так было. Жизнь-то не сахар, и по его тоже вине, а она чуть ли на шею бросается. Нелогично все это. Поэтому, как мне кажется, это очередная постановка с участием главы государства. Только для чего она ему? Показать, что он с народом и все эти проблемы знает? Позже Песков прокомментировал данную беседу. По его словам, с каждым отдельным случаем низкой пенсии или заработной платы необходимо разбираться отдельно, так как есть нюансы. Песков даже не считает провокацией вопрос Владимиру Путину о том, как прожить на 10 800 рублей. Подписывайтесь, если хотите сразу узнавать о новых публикациях. Оценивайте, если было интересно.